Актив области представили нового руководителя Департамента экономических расследований. Им стал уроженец Акмолинской области, 43-летний Асылбек Дюсенов. Сегодня в областном акимате его представил глава региона Нариман Турегалиев. Асылбек Дюсенов имеет высшее образование. В 2001 году он окончил Алматинский институт экономики и статистики по специальности бухгалтерский учет и аудит. Спустя 3 года окончил университет имени Конаева, в 2016-м Казахскую академию спорта и туризма по специальности тренер по карате. С 2001 по 2023 год занимал различные должности в правоохранительной службе. В начале апреля текущего года был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя Департамента экономических расследований по области. Асылбек Дюсенов сказал, что будет работать во благо страны и выполнять все возложенные на него обязанности. Был назначен руководителем Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работал, в органах прокуратуры, в органах юстиции возглавлял, финансовой полиции, это еще до той старой службы. Последние 2-3 года работал в центральном аппарате заместителем специального департамента.